Под Одессой пограничники блокировали попытку незаконного перемещения контрабанды через границу на сумму более чем 1 600 000 гривен. Грузовик, на котором тайно пытались переместить в Турцию контрабандную продукцию, задержали в Черноморском порту. Товар нарушители спрятали в днище рефрижератора. Это были курительные стики. Пограничники провели их подсчет. Всего из тайников в днище рефрижератора изъяли 28 тысяч пачек контрабандной продукции. Стоимость обнаруженного товара составляет примерно 1 680 000 гривен. Также изъят и рефрижератор, как средство незаконного перемещения груза.